пресс-центре стадиона «Арена Химки» собрались любители спорта. В торжественной обстановке 102 человека отметили золотыми знаками отличия ГТО. Открыл мероприятие депутат Совета депутатов Валентин Герасимов. В управлении в Химках очень здорово налажена та система среди образовательных школ, среди учреждений. От мала до велики все идут в наш центр и сдают, естественно, вот эти нормы. Поэтому я вас поздравляю с праздником, а сегодня это победа. А побед в вашей жизни будет еще очень много. Мы вместе с праздником. Удачи вам, ребята! Знаки отличия юным спортсменам вручала знаменитая российская фехтовальщица, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира в командных соревнованиях Наталья Макеева. Это очень важно. Важно то, что дети понимают, что спорт – это основа жизни. И родители их в этом, конечно же, должны поддерживать и поддерживают. И такое огромное количество ребят сегодня было на награждении. И это, конечно, для них праздник. В зале собрались школьники, кадеты, воспитанники детско-юношеских спортивных школ. 11-летний Тигран Багдасарян гордится получением значка. Призвал сверстников следовать его примеру. Для получения значка там сначала надо было бег пройти. Надо было пробежать, по-моему, быстрее своего класса и других классов. Потом надо было сдать отжимания, растяжка и пресс. Для выпускников школ значок ГТО не просто почетная награда. Школьникам он дает возможность прибавить несколько баллов к результатам ЕГЭ, что может помочь при поступлении в ВУЗ.